На четвертом ковре победил Аким Мишунин, завоевал бронзовую медаль в весовой категории свыше 98 килограммов. Второй поединок за бронзовую медаль в этой весовой категории в красной форме Дмитрий Якушев, Центральный федеральный округ, Липецкая область. В синей форме Илья Мешков, Центральный федеральный округ, Владимирская область. Судьи третьего ковра, технический перерыв. На третьем ковре через 10 минут пройдут поединки за бронзовые медали весовой категории до 58 килограммов спортивное самбо. Вопрос, да? Все здесь.
Через 10 минут на третий ковер вызываются юниоры весовой категории до 58 килограммов в поединке за бронзовые медали Арсений Быков, Владимир Ульянов и Константин Кузнецов, Аммат Тадыков. На четвертом ковре победил Дмитрий Якушев. Завоевал бронзовую медаль весовой категории свыше 98 килограммов. Центральный федеральный округ, Липецкая область.